этого места у меня за спиной многие гости Петербурга начинают свое знакомство с городом. В разные времена оно сочетало в себе оборонительные сооружения, тюрьму, музеи, царскую усыпальницу, а также массовые гуляния и фестивали. Ну, вы уже, наверное, догадались, что речь идет о Петропавловской крепости. Место известное по открыткам. Но мы сегодня познакомимся с ним заново. Откроем в нем новые, неожиданные стороны. Скоро вы узнаете, как Петропавловская крепость превратилась в тюрьму. Изначально камеры тюрьмы Трубецкого бастиона напоминали жилище бедного студента. Как Петропавловская крепость чуть не превратилась в стадион. Не хватило денег и динамита. Ну не хватило, понимаешь? И не сумели взорвать. Каково это ваять изо льда в трескучие морозы? Отморозки немного, да? Как отыскать самое спокойное место в Петербурге? Вечность вот эта тянет наверх. Тишина и спокойствие. Почему ради тишины и спокойствия надо карабкаться так высоко? Как звук маятника превращает людей в философов? Нам сегодня многое предстоит выяснить. Смотрите. В наши времена города разрастаются вокруг промышленных предприятий или на месторождениях полезных ископаемых. Но в прошлом люди старались кучковаться вокруг крепостей. Петербург еще застал это время, хотя оно уже подходило к концу. Основание новой столицы Российской империи практически совпало с закладкой Петропавловской крепости на Невском берегу Заячьего острова. Изначально Петропавловская крепость строилась как образцово-показательное фортификационное сооружение Российской империи по последнему писку военно-инженерной моды. Все бы ничего, но в начале 18 века фарватер Невы был настолько мелким, что шведы, от которых, по идее, Петропавловская крепость должна была защищать Петербург, здесь никогда не ходили. Они выходили в Неву вот там, вот выше по течению, через Большую Невку, и отправлялись в сторону Ладоги. В случае чего Петропавловская крепость оказалась бы в стороне от предполагаемого вторжения. Подтвердить или опровергнуть эту догадку невозможно, потому что шведы так и не рискнули напасть на строящийся Петербург. Но не пропадать же такому грандиозному сооружению. Поэтому крепость вскоре превратилась в тюрьму. Туда мы еще успеем заглянуть сегодня. А пока короткий зимний день не закончился, прогуляемся вдоль крепостных стен. Изначально стены Петропавловской крепости были сделаны из грунта и дерева. После каждого наводнения ее приходилось восстанавливать заново. Потом стены выложили из кирпича. В таком виде она стояла до тех пор, пока на это строение не обратила внимания Екатерина II, выглянув из окна Зимнего дворца. Ей не понравился такой простоватый вид Петропавловской крепости. Она распорядилась выложить стены гранитными плитами, что и было сделано. Но плиты заканчиваются ровно там, где стены не видно из окон Зимнего дворца. Знакомая история, не правда ли? В наше время это называется показуха перед начальством. При этом императрицу ничуть не смущало, что за этими стенами скрывалась самая мрачная и строгая тюрьма Российской империи. Камеры располагались в Трубецком бастионе. И за всю историю этого застенка, вплоть до 1924 года, никому не удалось сбежать отсюда. Одним из первых заключенных стал родной сын Петра I, царевич Алексей. А потом... Какие замечательные люди здесь побывали. Писатели Александр Радищев и Федор Достоевский. Путешественник Николай Миклуха-Маклай. Географ и основоположник анархизма князь Петр Кропоткин. Декабристы, народовольцы, эсеры, большевики, в том числе Лев Троцкий. А сколько безвестных вольнодумцев, старообрядцев и жертв дворцовых интриг прошло через эти застенки. Изначально камеры тюрьмы Трубецкого бастиона выглядели неплохо. Напоминали жилище бедного студента. Только на вечеринку не отлучиться и подругу не пригласить. Ну а так, даже обои на стенах были. Мощная звукоизоляция.
Правда, не для того, чтобы соседи не тревожили, а чтобы арестанты не могли перестукиваться. Но они все равно стучали пуговицами по рамам оконным или просто отстукивали шифры ногами по полу. Акустика здесь хорошая, поэтому стук был слышен даже с другого этажа. В феврале 1879 года заключенные подняли бунт в ответ на ужесточение режима. Они крушили мебель и били стекла. В результате режим ужесточили еще больше. Никаких обоев. Голые железные кровати и столик прикрутили намертво. А во времена Красного террора большевики заполнили тюрьму Трубецкого бастиона до отказа. В одиночной камере по 20 человек ожидали своей участи, прислушиваясь к выстрелам во дворах Петропавловской крепости. Сейчас сцены расправы в этих местах можно увидеть только на съемках фильма. Тишина! Уйди оттуда, уберите! Ну что это у вас так? Проворовался. Режиссер Владимир Бортко напоминает, как Петр Первый боролся с коррумпированными чиновниками. В назидание, так сказать. После закрытия тюрьмы Ленинградский совет постановил снести Петропавловскую крепость, а на ее месте соорудить стадион имени Ленина. Не хватило денег и динамита. Ну не хватило, понимаешь? И не сумели взорвать. И спас еще один остров Петроградской страны, вот этот самый Петровский. Вот на нем-то и построили этот самый стадион, который всем известен, где этот «Зенит», там все остальное. Вот этот Петровский стадион и спас Петропавловскую крепость. Понимаешь, если бы там было бы занято место, то вообще черт знает, что было бы. Здесь бы стояло вместо знаменитой Петропавловской крепости, стоял какой-нибудь безумный стадион. Сейчас уже ничто не напоминает о зловещем прошлом Петропавловской крепости. Лет 50 назад у стен был насыпан пляж. В марте, когда еще всюду лежит снег, с южной стороны Петропавловской крепости выстраиваются люди в очередь за загаром. Даже при температуре минус 10 гранитные плиты разогреваются так, что идет пар. Здесь круглый год проходят праздники и фестивали. То викинги из Скандинавии причалят на своих дракарах, то новгородцы с тевтонцами затеют ледовое побоище по старой памяти, то кинофестиваль откроется, то праздник в честь местной рыбы-корюшки затеют. Летом здесь проводится конкурс песчаных фигур, зимой ледяных. В этом году скульпторы создали целый цикл, посвященный легендарному ледяному дому. Помните, как императрица Анна Иоанновна приказала выстроить дворец изо льда и устроить в нем свадьбы всех народов страны? Поэтому чукча на олене изображен рядом с адмиралтейством. Украинцы у Банковского моста с грифонами, а киргиз на верблюде на фоне Казанского собора. Во времена царствования Анны Иоанновны этого собора, правда, не было и в помине. Но в этом случае художественная правда важнее исторической. Сейчас Валерий Петренко ваяет подругу кавказскому горцу. Сейчас бабушка внуку сказала, что это Пржевальский на коне, который открывал Монголию. Вот, она говорит, ну на фоне биржи и стрелки. И вот рассказывает такую историю внуку про Пржевальского. Тоже интересно. Да. Понимаете? Вам, наверное, интересно тоже узнать, что вы тут делаете. Да, я вот там, когда резал шутом, а мой напарник вырезал Анну Иоанновну, да? И вот они приходят, Анна Иоанновна же вырезана, я шутом режу. И люди говорят, какая красивая золотая рыбка. Ух! Вот. А на зайца говорили, даже была такая, вот без ушей, когда он был. Была такая теория, что это подводная лодка, и на ней Дед Мороз. А вы говорите историческая достоверность. Главное, чтобы было к чему свою фантазию приложить. Не просто, наверное, художникам ваять среди таких отвлекающих факторов, как любопытные сограждане. Иногда хочется написать на спине, что слепо-глухо-немой, там, чтобы не отвечать. Потому что они же такие, молодой человек, если не отвечаешь, дергай. Прям. На улице минус 15. А скульпторам приходится целый день со льдом возиться, топтаться на одном месте. Горячие парни. Когда что-то делаешь, то, что тебе интересно, хочется сделать хорошую работу, как-то понижается чувствительность и не так заболеваешь. Вот и мы же уже давно делаем это. У нас уже как бы чувствительность к морозу другая. Другой
так сказать, порог холода восприятия. У нас мы отморозки немного, да, в этом плане. А эта скульптура сделана из более долговечного материала, чем лед. В начале 90-х годов его отлил в бронзе и подарил Петропавловке всемирно известный художник Михаил Шемякин. С тех пор памятник неоднократно предлагали отправить куда-нибудь в другое место, как порочащий честь Петра I. Лицо Михаил Шемякин вылепил по посмертной маске, к нему претензий нет. А фигура... фигура, скорее всего, плод фантазии художника-авангардиста. Пока споры шли, скульптура стала одним из символов Петропавловской крепости. Простых посетителей эта фигура привлекает большей демократичностью по сравнению с другими памятниками Петру. Медного всадника за пальчик не подержишь и на ручки к нему не присядешь. А здесь коленки отполировали до блеска. Но самый главный символ Петропавловской крепости – это, конечно, ангел на шпиле Петропавловского собора. Вознестись прямо к нему нам не удастся, но можно подобраться поближе к циферблату. С петровских времен Петропавловский собор использовался, помимо всего прочего, и как усыпальница царской фамилии, начиная с двухлетней дочери Петра I Наташи и вплоть до последнего императора Николая II. Подняться нам предстоит на высоту 47 метров. Вместо лифта 280 ступенек. Даже когда подниматься приходится по работе на колокольню несколько раз в день, иногда под конец дня уже ноги не держат, уже невозможно идти наверх. И тем не менее тянет вот какая-то вечность вот эта тянет наверх. Тишина и спокойствие. Равномерный перестук успокаивает больше, чем кромешная тишина. Это секундный маятник. 60 ударов в минуту соответствует пульсу спокойного человека. Когда пробегаешь снизу, запыхавшийся с пульсом 120, садишься перед маятником на скамеечку, медитируешь, и через минуту будет такой же пульс, как у часов. Спокойный, размеренный, 60 ударов в минуту. Теперь понятно, почему смотрители часов во все времена пользовались репутацией философов. Что касается звуков, то они имеют не только терапевтическое значение. Первым делом, когда приходишь в механизм, всегда начинаешь сначала слушать. Сейчас появился какой-то лишний призвук. Опытному мастеру звуки говорят больше, чем вид запутанного часового механизма. Еще бы. Ведь это несколько тонн металла, который похож на единый чудовищный организм. Масса металла внушает уважение. Диаметр барабана 2 метра. Его вес 1200 килограмм, бронзовый. Даже вот просто разместить его вот здесь, вот поднять с земли, это уже... какая колоссальная работа. Причем барабан тонкостенный, мог разбиться, лопнуть. В наш век электроники и нанотехнологий не часто встретишь такую груду слаженно работающего металла. В царские времена каждый день 5-6 провинившихся солдат поднимали на высоту 30 метров 4 гири маятника. Самая большая из них весила 450 килограммов. На работу уходило полчаса. Один оборот ручки поднимает гирь на 10 сантиметров. О, боже мой. Надо было поднимать на 30 метров и не одно, а 4 гири. Страшно представить. В наше время, слава богу, эту работу производит электромотор. Это единственная современная деталь часового механизма Петропавловского собора. А как вам нравится такой гаечный ключик? Зачем нужен гигантский гаечный ключ и как на церковных колоколах пытались сыграть гимн Советского Союза? Очевидцы говорят, что мелодия была трудно узнаваемой. Мы ответим на неуместный вопрос. Что ты снимаешь? Ну, мы снимаем Петропавловскую крепость. Изучим повадки моржей. Отдай даме руку. Дам, а? Посмотрите, сколько интересного можно найти на одном маленьком острове. Этот гаечный ключик нужен для того, чтобы выравнивать шпиль Петропавловского собора. Он идеально подходит... вот для вот этих болтиков. На них как раз шпили держатся. Если он накренится, то нужно будет с помощью этого инструмента с противоположной стороны болтики
подкрутить, и он выровняется. Самый серьезный инструмент, который я когда-либо держал в руках. Опа. Интересно, сколько людей требовалось для того, чтобы эту работу выполнить. А такой скрежет сопровождает мелодичный перезвон, который слышен снаружи. Клавиши, срываясь с кулачков, дергают за струны. После этого наверху молоточек ударяет по колоколу. Каждый из них отлит в Голландии и настроен на определенную ноту. Русские колокола после отливки не настраиваются. У них более богатое звучание, они звучат аккордом, приятнее уху. Но ничего конкретного играть нельзя, только какие-то ритмичные церковные перезвоны. И тем не менее, вот в 52-м году для исполнения гимна Советского Союза сделали набор на русских колоколах. Из идеологических соображений, я так думаю, исполнять на голландцах это было нельзя. Провели очень много экспериментов по настройке колоколов, их пытались пилить, подстраивать. Но что вышло, то вышло. Очевидцы говорят, что мелодия была трудно узнаваемая. С начала 90-х до 2002 года гимн Советского Союза не исполнялся. Опять же, по идейным соображениям. Историческую справедливость восстановил Андрей Кудрявцев. Он отремонтировал заржавевший механизм и по старинной партитуре восстановил те мелодии, что звучали изначально, до революции 17-го года. С самого начала не получилось, конечно, потому что вот если просто набирать вот как надо вот мелодию по партитуре, то ничего не получается. В этом, может быть, и хитрость, может быть, в этом была проблема 37-го года, когда не смогли набрать интернационал. Мастеру пришлось вручную настраивать каждый кулачок, чтобы он вовремя толкнул клавишу. Для этого надо было подбирать шайбы и металлические подкладки, ориентируясь на свой музыкальный слух. Сейчас куранты Петропавловской крепости звучат так, как и было задумано изначально. Каждый час они играют фрагменты с произведения Бортнянского «Как славен наш Господь в Сионе», каждую четверть часа отбивают короткую церковную мелодию, а в 12 и 6 часов звучит еще «Боже, царя храни». И никакой идеологии, просто возрождение традиции. И все это благодаря Андрею Кудрявцеву. Но куранты на часах появились не сразу. Поначалу в Петербурге вместо перезвонов использовались пушки. Первый выстрел – начало работы, последний – окончание. Между ними – выстрел на обеденный перерыв. В наше время остался только сигнал на обед. Каждый полдень пушка пугает беспечных посетителей. А бывают какие-нибудь мажорные обстоятельства? Ну как же, конечно, бывают. Но выстрел обязательно должен произойти. Как-то раз на стену Петропавловской крепости поднялся американский генерал и спросил, как зовут эту пушку. На Западе традиция такая. Орудием артиллерийским клички давать. Мы сначала отпишем, ну как, кормушка. Кормушка. Хороший нас же кормит нас. Для артиллеристов в отставке это хлебное место. После многочисленных проверок и приготовлений из такой пушки может пальнуть кто угодно, даже певица Елена Ваенга. Есть такая услуга в Петропавловской крепости – коммерческий выстрел. Переводите ручку сюда, удобно становится, чтобы не поскользнуться, задняя нога несколько согнута. Вперед смотрите, улыбаетесь, чтобы были зубки видны. Да, камера перед вами. Далее я даю команду счет и быстро считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Орудие 5. Слушайте, обязательно мягкий знак, четко слушайте. 5. Ну вот, все жители центральных районов Петербурга вздрогнули. Можно спускаться со стен на землю и даже несколько ниже. В каждой уважающей себя крепости должен быть подземный ход. В Петропавловке он, конечно, тоже есть. Но здесь подземный ход звучит как-то простовато. В Петропавловской крепости он называется патерна, на французский манер. Патерну строили для того, чтобы солдаты могли безопасно перемещаться от одного укрепления к другому под огнем противника. Когда выяснилось, что Петропавловская крепость ни от кого защищать уже не будет, патерну засыпали. И вновь восстановили совсем недавно. Сейчас здесь проходят спектакли и выставки. Но это место и само по себе выглядит весьма эффектно.
Всего в Петропавловской крепости мы насчитали 4 выставки и 8 экспозиций. И все это на острове размером 700 на 400 метров. Можно запросто провести здесь целый день. Каждую зиму возле каменной Петропавловской крепости возникает ледяная. Это старая традиция, оставшаяся еще с советских времен. Ледяные стены возникают после расчистки проруби, за которой люди ухаживают каждый день. Она возникает постоянно именно здесь, на этом месте. Дело в том, что в советские времена на территории Петропавловской крепости располагался клуб любителей закаливания, то есть моржей. В 90-х годах клуб закрыли, а моржи остались. Они постоянно возвращаются в привычный ореол обитания, время от времени защищая свою территорию от незваных телевизионщиков. Что ты снимаешь? Ну, мы снимаем Петропавловскую крепость. Ну и снимай. Она как крепость. Это как на рельсах. Возьми рядом, раздолбай, сделай что-нибудь. Не снимай. Ну, странно, чего такая агрессия? Да просто ваш брат уже... Натуре, каждый день. Мы привыкли, что телевидение не везде встречает с распростертыми объятиями. Нас сложно смутить. Да и мужиков можно понять. Прорубь находится на самом виду возле Троицкого моста. Сложно, конечно, соблюсти приватность на глазах у всех. Да, давайте, слушай, ну проститутка, что корреспондент, разницы никакой. Разные люди встречаются в культурной столице России, но почти к каждому можно найти подход. Посредством лопаты, например. Все лучше, чем топтаться на морозе. И много вас здесь собирается постоянных? Постоянно, да мало нас. Где отсюда, туда, мечи вот туда? У нас мало. Все же здоровы, никому не надо. Что-то пока мы разгребаем в одном месте, замерзает в другом. Не успели мы еще полностью освободить прорубь ото льда, как подоспела первая купальщица. Страшно смотреть. В проруби женщина кажется беззащитной вдвойне. Хочется ее побыстрее спасти. Аккуратней, ну, подай даме руку. Там, а? Да, красиво подавай. Без содрогания на такое смотреть невозможно. В том смысле, что разве можно пропустить такой экстремальный опыт? Больше всего смущает чистота Невской водички. Но опытные моржи легко убедили меня в том, что все бациллы замерзли и трупы их уплыли в Финский залив. Чего не сделаешь ради остроты ощущений. Боже мой. Ну пойдем, блядь, без ушел домой пойдем. Просто резко туда, да. И все. Идешь, как вот, не воспринимаешь и все. Все нормально, резко просто. Опа! Обратно. Молодец. О, попрыгай, обтеки, все. Yes! Опыт купания в проруби показал, что это не так страшно и совсем не холодно. Я уже пожалел, что вылез так быстро. Потом даже одеваться не хочется. Ну а мужики убедились в том, что корреспонденты тоже бывают разные. Потом и холодной водой я смыл пятно позора с журналистского цеха. Ты все на себе снимаешь? Да. А у меня принцип такой. Вы правильно. Что пробовать? Потому что, а как о чем-то можно говорить и не попробовать? Отправляясь на прогулку в Петербурге, надо быть готовым к любым неожиданностям. Вот так вот выберешься посмотреть достопримечательности в Петропавловской крепости, окажешься в проруби. Главное, чтобы можно было сказать: здесь был я. С радостью и удовлетворением.